синие окна уже проходил. Так одинаково, блядь. Одно и то же, хуже, хуже. Кит, ты здесь? А? Никитка? Да. А что ты делаешь? Чё, видосики смотришь? Привет. Ты лучше бы другу сумку помог. Зачем вообще туда заходить? Я её купаю. Шо, он здесь я был? Нет. Или да? Здесь я был. Он сюда пришёл. Сюда я ходил? Ходил. Значит, обратно идёт здесь тупики. Сюда. Уже хотя бы какой-то квест найти, типа, поделать бы чё-то. Чё ты рофлишь? Бля, ебать человек. Здесь ничего нет, вообще ничего не лежит, блять, еще. Тут тоже не сюда. Кто блички наебывает? Так, все, вот здесь точно тупики везде.
здесь тоже. Что-то вся часть тупик. Желтый путь по листикам. Так. А, причем. Желтый путь по листикам. А причем тут желтый путь? Сейчас. Сейчас я здесь доброжу. Вообще я знаю, как желтый путь найти. Проще вообще выйти. И заново зайти, чтобы его найти. А что там по листикам? Это у тебя звонок такой стоит? Да, смешно. Можешь поставить такой себе. Ага, так, следи по листикам, да. Дальше. Слушаю. По вот таким листикам ты имеешь в виду или что? Типа, ну, ладно. Попробуем по листикам ходить. Так, это что за терминал? Ну, платформа это я здесь был, здесь был. А, так это я тоже. Опять здесь, типа, хз, я здесь был уже. Это самый простой. Типа сквозь стенку пройти. Так, здесь тоже ничего. Надо назад, типа. Я вчера был в синей комнате, и я не смог до красной штуки дойти. Ладно, сейчас найду желтый путь. Я хочу ее пройти. Я там даже немножко понял, как. Так, тогда вот так делаем. Сейчас перезайду. Короче, нахуй с кем разговариваешь? Со зрителями. А что? Которые мне помогают, как бы. Они не мой друг. Еще что есть там? Ты типа сама проходила или что? Или где-то смотрела? Так, желтый путь, да, надо нам. Желтый путь. Здесь какой-нибудь. Я читаю это за желтый или нет? Я просто дальтоник. А я откуда знаю? Капитан Аркентин. Вообще, как можно какие-то плюшки найти? Мне кажется, надо просто всю игру пройти, нет? Типа, никто точно вообще не знает, что надо сделать. А, столица Аргентины. Ты капитан. Столица Аргентины, да? Сейчас загуглим.
она ОРС какая-то. Зависло. Лол. Окей, она не сильно мешает. В этом-то и дело, что никто не может найти. Подожди, а как за каждую разгадку что-то дают? Как-то... Я вчера что-то прошел. А, да-да-да, вот у меня есть, короче, на листочке написано... Контракт какой-то. Я вчера ночью тоже проходил какую-то штуку с камнями. Блин, а может ты меня на эту штуку с камнями и ведешь? Хотя я уже отошел от пути. А сколько гласных в английском алфавите? Ты про синюю комнату с камнями имел в виду, да? Точно? Синяя комната с камнями. Получается, не просто синяя. Ну, как объяснить-то? Там метеориты такие в воздухе летают. Так, ладно, я перезапущу. А, нет, ну просто синяя комната, где там что-то по квесту по поводу этого красной штуки какой-то, да? Да, блин. Не могу нормально на игру нажать. Нажимаю, меня перекидывают по ссылке, я обратно иду. Так. Идем по желтой. Да-да-да. Идти на ощупь, все, понял. Я там был вчера. Но я ее не прошел. По вот так. Куда нам? По листикам или дальше по желтой? Ладно, сходим пока посмотрю. Miners didn't build the maze. I'm sure Dexter was involved, but why? Я, кстати, вчера играл часа 4 и не додумался, что надо по листикам идти. А так вроде очевидно. Спасибо. Спасибо. Я бы, блин, не догадался, наверное, в жизни. Мы вчера сидели, наверное, человек 30 смотрело, как
прохожу. Мы в Дискорде и все помогали. И никто даже не додумался про эти листики. Так. А, что там? Так, запад, юг, восток. Опять... Что это такое? Почему оно остается у меня? Переводчик мне поможет. Так, самая большая акула на Земле, да. Сейчас загуглим. Нагуглил. Так. Дичи. Что делать с этой штукой? Так, листики, главное, видно. Так, листики. Так, я только что перезапускал уже. Она опять появилась. Так, я листики потерял. Вот листики. Типа, ладно, пусть мешается, ничего страшного. Наверное, ничего страшного. Я синюю комнату вчера достаточно быстро нашел, за 20 минут. Сидел там все время и не прошел. Планета нашей Солнечной системы имеет ось, обозначен 98 градусов, да. Гуглим. Это баг, то есть не у меня одного, просто опять. Что это за сайт не вылазит? Какой-то беспонтовый. Так. Так, уран. Значит, у нас. Летаю по наводке. Так, листики. Да, вот здесь синяя комната. Вот она. Ура. Нашли. Так.
Так, я помню, что я куда-то вот так сделал. Вот я тут. А вот дальше я не знаю, я чуть вперед прохожу и все. Есть инфа, как пройти? Просто хотелось бы комнату, типа, это закрыть и дальше. Перезайти, точнее, и дальше пойти. Мадама. Левую часть, к самому левому краю. Левому краю, да? Знаете, не получилось. Левому краю. Имеешь в виду от вот этой штуки? Левому краю. Так, я вот вижу над нами какая-то штука вот. Тоже есть левый край какой-то, да? Блядь, эта штука мешает. Я даже не понимаю, куда я смотрю. Так. Эта штука вообще жестко мешает. Так, сначала. Дальше иди вперед. До того момента, пока правый край красной штуки. Конечно, не с первого раза. Я вчера вот нашел вот это место, то есть получается. И не мог просто вот с этой комнаты выйти. В левом крае имеешь в виду вот это, да? Видать, нет. Сложно объяснить. Оп. Так. Мне бы вот с этого положения объяснить, куда мне идти. Вот давай будем вот представим, что вот так я стою. Да? Стою. Так я вот стою. Что дальше делать? Я стою, а что делать-то? Я жду, пока ты мне объяснишь. Так, вправо, чтобы оказаться на изначальном пути. Так. А, в смысле, понял, сейчас. Ну, изначально был.
хорошо. Вот мы на изначальном пути, да, вот он. Начальный путь. Тут немножко дилей, как бы, поэтому я не сразу понимаю, о чем-то. Я как бы стою, жду. В левой стене. Вот это, да? Правильно понял, нет, не к этой. В смысле, к вот этой. Сюда, в смысле. Наверное, сюда. Очень сложно. Шагать просто прямо или как? Ну, я падаю оттуда. Так, где белая штука? Меня скидывает оттуда, там. Правый край коснется правого края экрана, остановись. Так нам вниз надо упасть или нет? Нет, фигня. Так. Тут без таблички сложно, как бы, а с табличкой вообще жесть какая-то.
я понял, что, что может нагенерируется рандомно у всех. Я как-то вот так. Вот. Отсюда как-то можно инфу дать? Дошли. Так, немножко. Ладно, буду, так сказать, методом тыка проходить. Где лестница? Так, тоже не влево, значит, дальше. Вообще можно дойти, смотрите. Смотрю прямо. Раз, два, три. И вот здесь уже вроде как обрыв. Так, сейчас, секунду. Ага, сейчас забью. Ну, видишь, меня аж до середины я дошел. Вот видишь экран? Нет, я пробовал вчера здесь не допрыгнуть. Я вот пробую сейчас, докуда можно дальше дойти. Видите, там что-то появилось? Угу, понял, докуда можно дойти нормально. Там еще какая-то красная штука появилась. Надо было вправо делать? Сейчас попробуем. Так, я понял, где право надо делать. Блин, дебила штука. А далеко вправо там надо отходить или нет? Блядь, меня экран очень сильно напрягает, даже не то, что я не могу дойти, типа, а вот сколько вот этот экран русский. Я выше вроде, что ли.
А, то есть ты, вы уж так делали и не получилось ничего? Блин. Я, получается, зря это делаю. Ну, я сейчас еще пару раз попробую. Только я изначально как бы не понял, что ты имела в виду. Белому квадрату ориентироваться. Вот здесь я уже упал, да. Так. Так, а почему? Странно. Как будто сузилось вдруг, меньше стало. Может, вправо куда-то ушел. Ёбаная игра, блин. Так, ладно, я перейду, потому что я не могу с этой штукой играть. Да, напиши прям полностью, я скопирую, типа, потом попробую. Так, не надо отойти немножко. Я попозже буду.